Коллеги, рядом со мной Исмаил Ток, представитель солнечной Турции. Здравствуйте. Hello. Hello. Мы будем говорить через переводчика, и хочется вам, во-первых, сказать спасибо, что к нам приехали, и расскажите, пожалуйста, о сессии, о вашей компании. Thank you for coming, and could you tell some words about the session and your company? Yeah, thanks for this event. I really enjoyed the session that we had, and I think there are a lot of opportunities for the partners who will understand what's going on in the market and how we can achieve, how we can support together. Спасибо большое за мероприятие, действительно очень полезное и интересное. Мы сегодня обсудили, какие есть возможности для партнеров, чего вместе мы можем достигать и развивать. And about our brand, Coton is in Russia market last 14 years. We are operating 41 stores in offline in 23 cities now. Coton в России уже 14 лет. На сегодняшний день открыт 41 магазин в 23 городах России. Total area is around 53,000 square meter. Общая площадь порядка 53 тысячи квадратных метров. And our brand is having all divisions like men, women, young women, denim, jewelry, sports, party wear, respect to the water, like sustainable collection and some special collections for Russia too. У нас очень большая линейка продуктов: мужчины, женщины, подростки, деним, все для спорта. И мы уважаем природу, заботимся о ней, поэтому у нас, в общем-то, есть линейки для потребителя на любой вкус. Да, расскажите немножечко о том, о планах компании, потому что мы понимаем, российский рынок освобождается, при этом вы уже его щупали, вы уже знакомы с российским покупателем, и какие ваши планы вот на ближайшее время? Tell some words about your plans for your expansion on Russian market, because you know it, you are here, and you are better understand the Russian customers. And now for the Russian customers, we are trying to give the comfortable and affordable trendy collection. This is our aim, and we are trying to understand what customer needs in the north, in the south, and Siberia, in the central cities. So we are trying to put this grading system to our stores to put the right collection for the customers. First of all, this is our aim. Ну, наша цель – это мы действительно знаем российского потребителя, мы пытаемся ему угодить и учесть его предпочтения, интересы в зависимости от региона – юг, север, север, юг, Сибирь – для того, чтобы быть им интересными. And for the expansion, I was just saying the similar things. Turkey has 83 million population, Russia has 140, more than 40 million people living here. In Turkey, Coton has only like 300 stores, but here we have only 41 stores. So we have really big opportunities to grow in Russia market, and we are trying to see where we can start and do it as much as possible. Ну, про развитие говорят цифры. В популяции населения Турции 83 миллиона. Человек, у нас там открыто больше 230 магазинов. Население России почти 140 миллионов человек, и у нас здесь всего 41 магазин, поэтому вы сами понимаете, что потенциал высокий, и мы готовы открываться в хороших локациях. Спасибо вам большое, и от всех покупателей говорим вам спасибо, то, что у вас большие планы выразить хорошие, интересные коллекции, чтобы все выглядели замечательно, и удачи пожелаю вам. Спасибо.